Владимир Путин одобрил предложение ввести в стране режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября включительно из-за сложной ситуации с коронавирусом. Президент подчеркнул, зарплата в этот период должна быть сохранена. Кроме того, Владимир Путин согласился дать регионам право установить дополнительные нерабочие дни для борьбы с ковидом. Глава государства призвал регионы при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября.